Всем привет, ребята, на канале новый влог. У нас новая неделя началась с того, что дети не пошли в школу. И папа тоже. И папа тоже. Папа отвез Соню, пацаны сидят с температурой. Вообще что-то непонятное, непонятный вирус. Сгоняли, у нас перегорела лампочка на кухне. Поменяли по гарантии бесплатно. Слушай, так интересно, днем-то нормально, да? К вечеру начинает подниматься. Температура, да, и у папы, Гоша, кстати. У Ярика, у меня... Именно к вечеру. Ну вот у Гоши вчера вечером поднялась, ночью мерила, так у него аж было 38, я ему аж таблетку давала. Ну не ночью, где-то в 5 утра. Под утро. Короче, да, непонятная у нас такая ситуация. Ну, и в группе, где команда футбол, так и пишут, дети болеют, да? Да. Мы сейчас с папой едем. Сонечку я забрала со школы, у нее там тоже факультативы. Короче, голова вот такая. Ага, тут есть. Купила уже ей там то тетради, то контурные карты. И едем сейчас на дачу. Папа хочет включить фильтр. Фильтр, да? Ой, какие там красивые травы. Сейчас я вам покажу. Кстати, смотрите. Ой, сейчас еще один грузовик. Смотрите. Смотрите, какая красота. Смотрите, какая красота. Вот эти травы очень красивые, конечно. Да, причем это же все травы. Ну, не все травы. Не то, что прям кустарники. Да, ну, ну, травы, прям травы. И много. Короче, едем, включим фильтр и по делам поедем. Федя наш скучает. Все разошлись по школам, по садикам. Пацанов соседи. Доводит. Пацанов доводит. От безделья не знает, куда деться. Надо его, наверное, отправлять тоже в сад. Надо отправлять, тем более пока тепло, на улице гуляют, ну, гораздо же интереснее. Не знаю. Ну, приехали. Сейчас включим и поедем. Может, не надо включать? Ага, надеюсь. Смотрите, тут у нас на тисе такие ягодки. Ну да, надо. Ой. Ну, понятное дело. Такой дождь был тогда. Приехали домой этим болеющим детям. Привезли шаурмель. Федя только с этим съест, сказал. Папа остров сейчас будет, огнедышащий дракон. Так, а кто пельмени разложит, чтобы не растаяли пока? Надо сначала поесть, чтобы не остыло. Не растают, уже в машине ездили сколько. Приятного. Аппетита всем, спасибо. Ну что я вам скажу, не мой месяц. Уже так... Ой, какая чистая. Что? Ночь пособиралась. Осадок. Вот это вот надо... Блин, мы шлангом. Реально. Вот это вот надо шлангом. И много. Я сейчас попробую туда столкнуть. Мы, короче, приехали вдвоем, чтобы сдуть еще круги, там всякие надувные матрасы. Да, это мятная. Реально. Обалдеть, какая чистая вода. Вот что значит. Вот что значит настоящий верный друг. Короче, идем сдувать. Сдувать. Так, кстати, у нас там открыто окно, как-то несерьезно открыто. Всем привет, ребятушки, у нас новый день. Сегодня все пошли в школу, мальчишкам хорошо. Сейчас я вам покажу, что купила Соня, но это еще не все. Ну вот, у нас в этом году у Сони черчение начинается, рабочая тетрадь, 10 класс, блок для черчения. Купила там большую линейку, транспортир. Еще сказали, что надо... Так, буду вам снимать хоть небо. Еще сказали, что надо... тетрадь формата А4 в клеточку бледную и большую папку с файлами для хранения работ, плотную. В общем, это поищем дома, у нас там должно быть, потому что цены, конечно, атомные. Тетрадь для черчения стоит 11 рублей, блок 9 рублей. Это 20 рублей, ну, как бы так, на наши деньги. Это нормально так, мы чертили просто на листиках. Не было никаких вопросов, а сейчас вот такие вот тетради. Еду за детьми в школу. Ну что, пацаны поехали на тренировку. Соня делает уроки. А мы с Федором Сергеевичем вышли прогуляться, да? Федор куда завтра идет, расскажи.
А ну-ка погромче. Садик. Садик? Нам позвонила воспитательница мальчишек, и она, оказывается, забрала деток, которые с Федора группы, да? Майя Евгеньевна. Короче, Майя Евгеньевна очень хорошая, и Федор даже не плачет, да? Вот. Так что такие вот дела. Да, мы не плачем. Да, это уже группа. Короче, мы идем гулять. Ребята, всем доброе утро. У нас новый день. Сегодня Федор идет в детский сад. Да, Федёнь? Так, мне надо еще написать заявление на питание. Там взять справочку. Не справочку, а ксерокопию. Короче, почешем, да? Всё. Так, вон утро наше начинается. Мальчишки, вы готовы? Точно? Так, у нас тут небольшая новость. Сонечка тоже готова. А вот и Федор. Готовый. А вот и мама. С патчами. Под глазами не бойтесь, это не от синяков. Это патчи. Это для красоты. Федька, просто респектую тебя. Я тебе говорю, будет крутяк, посмотришь. Не волнуйся. Все поменялось, все по-другому. Ну, все отлично. Что там еще хотел рассказать? Что тебе надо заявление написать еще? Да, заявление. Вот там, да, 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 а, да. О многодетности. Что, поехали? Это, выезжайте на ту дорогу, не едьте сразу. На проспект, да, выезжайте на проспект по стрелке. Ну что, всем удачи, всем хорошего дня. Федька, увидимся вечером. Не вечером, мы, наверное, до обеда заберем. Ну, после обеда перед сном, потому что нам надо еще в поликлинику. А, на к врачу, да? Ясно. А что не выкинул? Федя, кофта где? У меня. Папа, тебе и кофту. И рюкзак свой не забывай. Вот такой вот, с дня рождения. Чупа-чупс желтенький. Ну, рассказывай, каково? Ничего страшного? А? Нормально? Тема? Подружился с детками? Игрался уже? Нет, что значит вопрос, идем, не идем? Идем завтра тоже, Федор. Иди забери, но. Только своих детских. Девочки. Угу. Та девочка была с тобой в группе, да? Да. Угу. Спросите, делать. Шортики надо снять, это шортики здесь для, для группы, но чтобы в группе здесь не быть. Ну, чтобы ходить. Они уже, да, не для улицы. Так, значит, у Феди шкафчик 22 с арбузиком. Ты, пожалуйста, складывай вещи, хорошо, свои, а я не буду. А что это такое? А как это, да? Угу. Так, вид с окна. Ну, кстати, мама, наверное, уже говорила, это группа, куда Гоша с Яриком ходили тоже. Вот это была угловая у Федора площадочка, а сейчас она будет вот там, чуть левее. За стеной, на, ну, на выходе, на калиточку. Давай, Федька, натягивай штанишки, натягивай. Здравствуйте. Завтра тоже не останешься? Ничего. А когда ты начнешь оставаться? Никогда. Куда ты побежал? Это твоя старая. Мне кажется, что ты завтра уже останешься. Мне кажется, надо просто не приехать за ним и все. Посидит на стульчике, потом уснет там же. По пару дней с утра попросыпается. И все, и будет днем спать. Это чья? Ярика или Гоша Капанамака? Ярика. Гошина. Ты... Гошина, ты что с ним поменялся или что? У тебя же своя есть. Да она большая ему. Вот площадочка их, да? Вот это вот получается. Ближе сюда. Та, на которой нет ни одной травинки. И если выйти гулять в дождь, то можно вернуться чумазекой. Ну, видите, как дети вытаптывают? Вообще травинки ни одной нету. Вот заметь, там, тут может еще за счет деревьев тень, поэтому не растет ничего. Ваш мячик лежал? Иди пни его на площадочку, чтобы никто не забрал. Между туек туда его. Бум! Ой, все, ко входу туда, чтобы не потерялся. Вы кого-нибудь Ромку может снять? Ой, Рома. Тетя Таня Рому.
Я, подождите, закрою. Тут дверь чуть просела. Но замок вечный, как и был, еще когда Соня была здесь. Что вы там рассказываете? Я вас не слышу, и зрители вас не слышат. Вот так. Федор. Это уважение. Младшие здороваются первыми. Ну, а ты же младше, правда? Ну, походишь в садик, тебя научат. Все, садимся, едем.